сегодня проходит второй всеукраинский турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа «Характер». Это уже традиционный турнир, проводится он с 2013 года. До этого проходил как чемпионат Дергачевского района, но в связи с тем, что каждый год все большее количество участников принимало участие, разные регионы были представлены, несмотря на то, что чемпионат носил статус районного, было принято решение проводить его в дальнейшем как всеукраинский турнир. Занимаюсь я спортом давно, очень долго занималась армрестлингом и сейчас 3 года в декрете. Тренер Корниенко Николай Николаевич захотел меня вернуть обратно в спорт. И мы решили начать на прошлой неделе по армлифтингу, на этой неделе выходные по жиму. Для начала по жиму лежа в категории 75 сегодня сделал норматив мастера спорта. Если учитывать то, что я не имела возможности достаточно готовиться, считаю, это неплохой результат. Занимаюсь пауэрлифтингом уже давно, 5 лет. Занимаюсь в секции силового троеборья «Характер». Очень благодарна за поддержку своему дружному коллективу, тренеру Виктору Гилуну. Сегодняшним выступлением, в принципе, довольна. В настоящее время я являюсь мастером спорта по жиму лежа. Хочу выразить благодарность организаторам этого чемпионата, своему тренеру Виктору Гилуну и Андрею Покусаю. Хочу пожелать всем спортсменам удачного выступления. Я сегодня представляю свою организацию «Характер». Эта организация является также и организатором этого чемпионата. Я один из них. Хотелось бы сказать, что мы проводим уже 5-й чемпионат в этом году. Занимаемся популяризацией здорового образа жизни в районе. Секция наша пользуется популярностью среди людей. То есть желающие и выступать, и просто приходят люди, которые хотят просто поправить свое здоровье, свою фигуру улучшить, то есть привести себя в порядок. Занимаюсь пауэрлифтингом уже 4 года. Одной из самых любимых моих дисциплин является жим лежа. Принял участие на 2-м всеукраинском чемпионате по пауэрлифтингу жима лежа «Характер». Спасибо огромное организаторам. Также хочу выразить благодарность своему тренеру Гилуну Виктору за подготовку. Благодаря ему я сегодня дошел к той цели, к которой шел, 145 килограмм, это стояло моей планкой. Дальнейшие планы готовятся на декабрь, на чемпионат Украины. Следующие соревнования, которые состоятся под эгидой Федерации пауэрлифтинга Украины РАВ 100%, это чемпионат в отдельных движениях, всеукраинский турнир «Йод Кап». Будут представлены подъемный бицепс, становая тяга и многоповторный жим. Хочу пожелать всем спортсменам, зрителям, тренерам здоровья, спортивного долголетия. Принимайте участие в соревнованиях и побеждайте.